Город против опасных горок. В администрации Орла нашли способ борьбы с опасными для жизни спусками, в простонародье горками. Места, где слетать на ватрушке или санках небезопасно для здоровья, посыпали песком. Одно из таких возле спасательной станции. Как сообщили в мэрии, сделано это было, дабы обезопасить горожан, особенно детей, от несчастных случаев. Мы сегодня вынуждены были принять меры по отсыпке песком для того, чтобы уменьшить коэффициент скольжения, чтобы она стала непригодной, соответственно, для катания. Устанавливать знаки с последующим выпаданием, значит, обильных осадков в виде снега, значит, будем принимать меры для того, чтобы разрушить просто саму возможность кататься на данной горке. Таких опасных, а потому несанкционированных мест сотрудниками управления по безопасности администрации Орла в пределах города было выявлено 3. Это Дворянское гнездо, это на пересечении улиц Молдавская, Первая, Курская и непосредственно в районе лодочной спасательной станции. Я больше уверен, что таких мест у нас намного больше. Мы сейчас выявляем и мониторим ситуацию в районе 27-й школы. У нас были факты, что дети там катались, тоже будем принимать меры. Причем вы видели, что там примыкание к речке вообще очень близко. В соцсетях нашлись как сторонники такой борьбы, так и те, кому это кажется, мягко говоря, странным. Многим не угодишь. Не дали скатиться – плохо. А если кто на речку скатится и, не дай бог, в воду – опять плохо. Правильно, что посыпали песком. Нужно думать о безопасности детей. Лучше бы они так дорожки посыпали. Все правильно сделали. На Пролетарской горе большая горка. Легко можно к речке съехать, но она же не замерзла, утонуть можно. Лучше бы организовали место, где можно безопасно кататься с горки. А то куда ни плюнь, со своими ватрушками нельзя. А там, где можно со своей, кататься небезопасно. И где, спрашивается, детям время проводить? Да и взрослые не прочь весело провести время. В прошлом году было зафиксировано 3 несчастных случая при катании с горок. Пострадали в них не дети, а взрослые. Опрометчивость и неосмотрительность сыграли с ними злую шутку. Теперь же судьба всех экстремальных горок предрешена. Они объявлены вне закона.